18 июня «Зеленый остров» вновь заполнился очаровательными спортсменками. Около 350 поклонниц бега уже в третий раз вышли на старт полюбившегося амичам и гостям города цветочного забега. На дистанции, а их было две, 3- и 10-километровые, вышли бегуньи от 4 лет и до пенсионного возраста. 3, 2, 1. Покорять 3-километровую трассу отправились девушки, поддерживающие себя в форме, которые с удовольствием уделяют время физической культуре и просто в этот летний день решили зарядиться бодростью и позитивом. Их сила воли и стремление победить поистине достойны восхищения. Бежать в такую жару было непросто даже профессионалам. Мне кажется, для сибирских девушек не бывает сложных условий. И в мороз бежим, и в жару. На самом деле, ставить для себя какие-то новые дистанции, как бы, это всегда круто. И когда есть какие-то препятствия, это еще круче. Значит, ты определяешь свою силу. Ну и, короче, мы же доказали, что мы сильные, выносливые и красивые. Самой быстрой и выносливой в этом забеге стала спортсменка из клуба «Черепаха» Наталья Джоли, которая сумела оставить 3000 метров позади за 11 минут и 15 секунд. Первые вот 200 метров девочки побежали, вот как обычно, на адреналине. Была девочка, которая вторая, Алина, она уже первый год вот она стала на дистанциях занимать на коротких призовые места. Но на самом деле убежать от нее не было большого труда. Вот. На десятке, да, вот была серьезная конкуренция, там Марина, Асель, Алена, то есть там тяжелее. Действительно, на десятке развернулась нешуточная спортивная борьба. Двукратная чемпионка цветочного забега, а также многократная победительница весеннего и рождественского полумарафонов и сибирского международного марафона Марина Ковалева вновь стартовала за победой. Болельщики ждали от Марины хет-трика, и она их не подвела. Спортсменка финишировала первой через 35 минут и 57 секунд. Открылся летний сезон, первые соревнования, очень хорошее настроение, много людей поддерживают. Девчонки бегут, хоть и жарко, но все терпят, все положительно настроены, преодолевают дистанцию. Всех участниц на финише встречали с цветами и медалями, символами восхищения их силой воли, спортивным характером и, конечно, женским очарованием. Я очень благодарен тем девушкам, девчонкам, женщинам, которые пришли сегодня и с маленькими детками на этот праздник. Потому что действительно такой уже тоже некий бренд нашего города, нашего региона, что когда с колясочками бегут, когда просто бегут красивые, очаровательные девушки в хороших, красивых банданах, которые получают призы. Это и спорт, и это прежде всего красота и любовь.